посмотреть, как эта выездная церемония проходит. А давай посмотрим. У нас есть Мари Тесс, наша замечательная ведущая, которая очень классно проводит выездные церемонии. Давай посмотрим. Итак, Мария, вам тебе микрофон. Ну что же, еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Я рада приветствовать всех вас и благодарю за то, что вы собрались на этом замечательном празднике любви. Ровно 9 лет назад любовь соединила бесконечно влюбленных людей. Сегодня мир принадлежит двоим влюбленным. В жизни каждого человека есть такой день, который становится знаменательным и незабываемым навсегда. Настал такой день для двоих молодых сердец, которые 9 лет назад соединили свои сердца. И сейчас под ваши бурные аплодисменты я приглашаю, встречаем муж Юрий. Встречаем бурными аплодисментами. Я от всего сердца поздравляю тебя с этой праздничной датой. Именно 9 лет назад ты взял на себя большую ответственность как глава своей семьи. Ты сделал большой шаг, и теперь ты отвечаешь не только за себя, но и за свою любимую, единственную жену и дочь. И сейчас я прошу тебя вспомнить тот момент, когда ты впервые увидел свою любимую. Вспомнил? А теперь вспомни тот день, когда ты понял, что именно она любимая, единственная и неповторимая в твоей жизни. Вспомнил? А теперь вспомни ваш счастливый день свадьбы. Вспомни. Тогда встречай свою единственную, неповторимую, очаровательную, наилучшую жену. Я поздравляю вас с годовщиной вашей свадьбы. Вы семья, единое целое. И соединяет ваши чувства и плод вашей любви, ваша дочь. Пусть никогда не угасает эта любовь, взаимопонимание и доверие. Уважаемые Галина и Юрий, скажите, вы знаете, как называется 9-я годовщина свадьбы? Да, знаете, какая, говорите? Фаянсовая, совершенно верно. 9-я годовщина свадьбы называется фаянсовая или ромашковая свадьба. После этой даты супругов ждет первый круглый юбилей. Поэтому она особенная. Она подводит важные итоги. Точнее сказать, начиная с этой даты, ваше супружеское постоянство и верность становятся более качественными. В эту годовщину было принято гадать на ромашке. Ведь за немалый промежуток прожитого времени могли у супругов угаснуть чувства. Поэтому, гадая на ромашке, узнавали, любит или не любит супруг и супруга. Поэтому прошу сейчас вас погадать на ромашке. Я прошу Галину быть первой. Выбери один цветочек и погадай, любит твой супруг тебя. Можно. Прошу вас погадать на ромашке. Выберите для себя цветочек. Конечно же.
конечно же, давайте крикнем Бойко к этой замечательной паре. Бойко! Бойко! Любить друг друга вечно, прошу скрепить ваш союз клятвами. В твоих глазах я нашел свой дом. В твоем сердце я нашел свою любовь. В твоей душе я нашел своего друга. Твоя любовь, как свежий ветер для паруса. С тобой лечил, я настоящий, я живой. Ты моя мечта, мое дыхание. Ты каждый удар моего сердца. Я обещаю воплотить твои мечты в реальность. Клянусь с тобой честно, дружно. Быть для тебя достойным. Всем сердцем, всей душе. И так будет всегда, обещаю. Да, слезы счастья, да? Ну, соберись, твоя очередь. Твоя любовь, как два крыла. С тобой лечу я, настоящая, живая. С тобой моя душа поет. И я обещаю быть тебе союзником во всем. Уважать, поддерживать. Клянусь с тобой честно быть. Ну, почти всегда. И выйду для себя достойнейшего. Люблю тебя сердцем, всей душой. Так будет всегда, я обещаю. Аплодисменты, давайте бурными аплодисментами поддержим. Вашей свадьбы вступил на свадебный рушник. Вместе давайте поддержим бурными аплодисментами. Они вдвоем решают, что и когда у них произойдет. Ну что же, уважаемые Юра и Галя, наслаждайтесь каждым днем, каждым часом, каждым мигом вашей супружеской жизни. Самое дорогое, что у вас есть, это любовь и ваша семья. За счастье своей семьи примите эти бокалы с шампанским и поздравьте друг друга с годовщиной свадьбы, как супруги. Конечно же, берите. Давайте поддержим бурными аплодисментами. Ну что же, мы все вместе крикнем. Бойко! 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 Поддерживаем! Поддерживаем! Галь, возьми сейчас за руку Юру, посмотрите друг другу в глаза. Посмотри на руки своего любимого. Ты увидишь, что эти руки – подарок для тебя. Это руки твоего мужа, молодые, сильные, излучающие любовь. Это руки, которые трудятся вместе с твоими, делятся самыми сокровенными тайнами и мечтами. Это руки такие большие и сильные. Они с большой любовью в сердце заботятся о вашей дочери. Это руки, которые страстно любят и будут любить и ласкать тебя долгие годы, целую счастливую жизнь. Юля, посмотри сейчас на Галю руки.
Это руки — это подарок для тебя. Руки твои лучшие, живые, нежные, которые обещают любить тебя до конца своей жизни. Это руки с нежностью и любовью заботятся о вашей семье. Это руки, которые поддержат тебя в трудные минуты. Это руки, которые будут страстно любить и ласкать тебя долгие годы, целую счастливую жизнь. Те руки, которые поддержат тебя, когда ты будешь воплощать в жизнь ваши мечты. Вы вместе, и вам по силам все осуществить, что вы только пожелаете. Дорогие супруги, сохраните дар первых счастливых дней и пронесите их чистоту и верность через долгие годы вашей жизни. Пусть ваша любовь будет же такой чистой, светлой, как летнее небо, долгим, как вся ваша жизнь, и прекрасным, как ваша большая любовь. А сейчас вспомните, какой была композиция первого свадебного танца на вашей свадьбе. Вспомнили? Но сейчас я вас попрошу вспомнить, как это было, звучит музыка, а мы поддержим бурными аплодисментами Галину и Юрия. Еще раз поздравляю вас.